300 метров медного кабеля пытались украсть на территории станции «Криничная». Об этом сообщают в пресс-службе транспортной милиции Донецкой железной дороги. Медный кабель проходит под землей. Чтобы к нему добраться, задержанные выкопали траншею. Украденное складывали в грузовой автомобиль. Такое хищение могло привести к аварии, либо нарушить работу железнодорожного транспорта, отмечают правоохранители. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Выездом на место сотрудниками уголовного розыска была устроена засада. В ходе проведенных оперативных мероприятий были задержаны 16 человек, которые были одеты в спецжилеты сотрудников железной дороги, не являясь таковыми. Два грузовых автомобиля марки «Газель», рабочий инвентарь и похищенное имущество в крупных размерах.